Всем привет, с вами Мистер Про, и сегодня я покажу модные новые порталы для Майнкрафта PlayStation. После установки данного мода в вашем мире появляется аж 7 новых порталов, которые вы можете сделать сами. Для этого вам придется добыть несколько ресурсов. Ну что ж, первым нашим порталом будет портал в океан. И что ж, для этого вам придется поставить вот такую конструкцию, которую вы сейчас видите на своих экранах. Что ж, конструкция довольно простая, но все же, чтобы добыть глину, вам придется опуститься под самое море. Но глину добыть будет довольно легко, потому что она находится в каждом океане и даже в каждой воде. Что ж, просто тапайте зажигалкой по этому порталу, и вас телепортирует настоящий портал. Что ж, подводный мир ждет нас, и ждет нас вот этот босс. Это водяной пигмон, да. Но сейчас вы слышите звуки паука. Ну, вещи здесь довольно недорогие, но все же их можно забрать с собой. Но... Что ж, вернемся обратно. И, к сожалению, минус этого мозга лежит в том, что когда вы попадаете в портал, у вас появляется вот такая бедроковая коробка. Ну, в обычном мире такого не будет. Что ж, сейчас мы строим портал «Узори твой блок», «Узори твой мир», но, к сожалению, там мир будет сделан не из лазурита, а всего лишь из железа. И там босс будет довольно добрый, то есть это будет доктор Лазурит, да. Он очень добрый, это просто обычный парнишка, который вам ничем не насолит. Что ж, вещи здесь очень дорогие, потому что портал тоже очень дорогой. Наверное, вы со мной согласитесь, что добыть лазурит — это довольно тяжелое испытание. Что ж, сейчас мы сделаем портал. Вы знаете, что мы сделаем портал? А портал мы сделаем ледяной мир, где все... Ой-ой-ой, я перепутал, к сожалению. Песчаный мир, где все будет сделано из песка. Что ж, вы готовы? А вот мы появились в песчаном мире, где у нас стоят кактусы и обитает вот такой кактусовый босс. Но он укольнулся вот об эти кактусы, поэтому будьте тоже осторожны. Что ж, вещи опять же недорогие, но все же здесь есть вещи. Так, отправляемся назад. Но, к сожалению, отправление назад было не до конца пофиксено. То есть, надеюсь, что в следующем обновлении все будет круто сделано. Что ж, а теперь нас ждет, когда я бы сказал, снежный или ледяной портал, в котором будет обитать, как вы знаете, снежный босс. Ну, извините, но я сделаю кружок, потому что без кружка эти порталы создавать я не могу. А порталов у нас на обзоре еще очень-очень много. Вот тут ходит вот такой ледяной босс, да. Вот, он будет очень зол, если вы его стукнете. Ну, вещи опять же недорогие, но, как я сказал, вещи опять же хотя бы есть. Ну, этот портал будет довольно легок, если вы добудете снег. Ну, это у нас портал в ад, но маленько другой. И, как вы знаете, чтобы добыть вам адский камень, вам придется побывать в самом аду. Что ж, здесь у нас лава, обсидиан и, конечно, адский блок. И ходит сам босс. Это у нас Хероприн, да, и когда вы стукнете, он вам что-то напишет в чат. Но это не важно, но в сундуке довольно ценные вещи, потому что здесь есть огонь, который заменяет вам сжигалку. То есть вы с ним сможете управлять, ну, так сказать, управлять огнем. Но это грубо сказано, но все же это так. И теперь мы сделаем, угадайте, куда мы сделаем мир, какой портал, а вы не угадаете никогда, потому что мы сделаем портал... Ой-ой-ой, сделаем земляной портал, да, мы сделаем портал в землю, но у меня выскочила ошибка, и наш портал почему-то не до конца создался, но здесь появился земляной босс, который довольно слаб, и это всего лишь замененная текстура обычного зомби, но здесь также есть вещи, но, к сожалению, как я говорю, наш портал не прогрузился, и если вы вдруг не видите портала, чтобы вам выйти из этого портала, вам придется построить заново именно этот же портал, и вы вернетесь совершенно обычным способом, то есть вы умрете и появитесь на самом спавне своей карты. Кейпер, что тебе надо? Не мешай. Но ты все равно обсидиан не сможешь взорвать, да ведь? Ну вот, все, у нас остался последний портал. Это портал... Пшеничный портал. Звучит у нас так, и он довольно странный, потому что он нас заспавнит в каком-то необычном портале, где будут одни грядки. Сейчас вы все увидите. Это вот такой портал. И здесь... ходит агрессивная, да, как это ни странно звучит, но ходит агрессивная курица, которая у вас может довольно сильно покалечить. Ну что ж, в сундуке вы найдете семена и посевы, с помощью которых вы сможете здесь все засеять. Да, вот так продуманы эти порталы, и когда вы будете ходить в каждый портал, вам об этом будут сообщать. Ну что ж, надеюсь, обзор вам понравился, поэтому ставьте пальцы вверх,
Давайте наберем 30 лайков, и будет новый обзор модов. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.